Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как укоротить рукав в изделии на подкладке. Итак, у нас имеется изделие на подкладке, и мы хотим укоротить рукав в нем. Что мы делаем? Примеряем изделие, отмечаем, насколько мы хотим укоротить рукав, например, на 2 сантиметра, на 4. Дальше, что мы делаем? Мы берем, выворачиваем рукав. У большинства изделий на одном из рукавов имеется вот такая строчка во шве. Это вход внутрь рукава. Что нам нужно сделать? Нам ее нужно распороть. Если у вас есть спарыватель, то тогда можете им воспользоваться. Итак, мы распороли вход вовнутрь рукава. Дальше мы вот таким способом его выворачиваем. Смотрим, что у нас внутри. У нас имеется закрепка на шве. Мы ее должны тоже распороть. Распороли. Дальше наши действия. Смотрите, здесь по краю рукава проложен дублерин. Так как мы будем рукав укорачивать, дублерина нам не хватит. Для этого мы должны наложить новый. Этот мы постараемся удалить, насколько это возможно. Не надо его около строчечки вот так подрежем. Если вам не нравится, что здесь останутся кончики дублерина, можете немножко подпороть здесь. Это не страшно. И теперь мы его обрежем, потому что он нам не пригодится. Обрезали дублерин и выкраиваем новый. Смотрим, какой он у нас будет по длине и по ширине. Он должен быть здесь до сгиба рукава у нас было 4 сантиметра плюс 5, то есть 5 сантиметров, то есть 4 это сгиб рукава и плюс 1 сантиметр мы прибавляем. Выкраиваем полоску, значит 14 на 2 это у нас 28 и 5 в ширину. Можно взять побольше. 5,5, например. Итак, для того, чтобы нам закрепить дублерин на рукаве, мы должны шов подпороть на небольшое расстояние. Это нам нужно для того, чтобы удобнее было приклеить дублерин. Сейчас вы это увидите. Вот это отверстие, которое мы сделали. Теперь берем, насаживаем на рукав, накладываем нашу полоску, приклеиваем ее с помощью утюга. Затем можно вот так сложить и продолжить, так как у нас здесь уже приклеено. То есть нам нужно по кругу вот так положить. Рекомендуют без пара это делать, но с паром тоже приклеивается все хорошо. Теперь нам нужно заново стачать распоротый нами участок рукава, закрепляем булавками и идем стачивать этот участок. Теперь стачиваем наш распоротый участок. Я беру черные ниточки, чтобы вам было лучше видно. Все, застрочили наш участок, который мы распарывали. Теперь нам нужно сделать разметку, то есть желаемую длину, на которую мы хотим укоротить рукав. Мы сделаем это на подкладке. Желательно сделать это. Вы можете сделать и с этой стороны
на основном материале. Смотрите, если вы хотите укоротить рукав, например, на 2 сантиметра, то тогда вы можете, если ровненько вы видите, проложена строчка, если не ровно, то тогда прибавляйте где-то сантиметр от среза. И если у нас хотите на 2 сантиметра, то тогда у нас 1 плюс 2 получается 3. То есть вот от среза вы отмечаете 3 сантиметра. Итак, по всему, вот видите, тут неровненько, ничего страшного. Не всегда ровно подшивает рукав. Это ничего страшного, если там плюс-минус будет 5 миллиметров. Все, мы разметили, где у нас будет проходить строчка. Теперь мы должны отвернуть подкладку вот таким образом. Закрепляем булавочками по всему периметру. Итак, мы закрепили булавками. Вот так выворачиваем. Для того, чтобы нам удобнее было прокладывать строчку, то есть подкладочка у нас вовнутрь чуть-чуть заворачивается. И идем прокладывать строчку по нашей разметочке, которую мы сделали. Вы можете наметать, чтобы не смещались у вас подкладка и основное изделие. Так, расправили материал. Не торопитесь, чтобы у вас ровненько вот здесь вот было. Вынимаем булавочки. Все, проложили вот мы строчечку. Все прекрасно. Теперь излишки нам нужно обрезать. Они нам уже не нужны. Оставляя где-то сантиметр от строчки. То есть в припуске у нас где-то сантиметр должны быть. Аккуратненько. Обрезали. Дальше, что мы делаем? Вот все у нас здесь хорошо получилось. Теперь мы должны вывернуть. И смотрите, нам нужно определить длину подгибки нашей. На неподшитом рукаве мы смотрим, что длина подгибки у нас составляет где-то 2,5-3 сантиметра. 2,5 сантиметра. И, соответственно, нам нужно приутюжить, сделать подгибку 2,5 сантиметра. Вы можете ее закрепить булавками. Закрепляем булавочками. Можете разметить, да? Там вот 2,5. Вот так вот подкладочки. Разметили. Теперь нам нужно приутюжить по разметочке. Проверяем. Все, 2,5. Все прекрасно. Затем опять выворачиваем. И нам нужно на шве сделать закрепку. На одном из припусков делаем закрепку. Все, сделали закрепочку. Сделали закрепочку. Выворачиваем. Все у нас прекрасно. И последняя операция. Нам нужно застрочить обратно вход вовнутрь рукава. Скрепляем. Хотите булавками, хотите, можете сметать. Скрепили. И идем. Проложим строчку на машинке. Прокладываем строчку на расстоянии 1,5 где-то миллиметра от сгиба. Все, наша подгибочка готова. Все, мы прекрасно все укоротили. Вот так все прекрасно выглядит. Готово!